Привет! Мы на канале Надюшка. Сегодня мы с Настей будем учиться, играя или играя учиться. Вот у нас есть вот такая доска комбинированная, настольная. Сегодня мы попробуем вспомнить вместе с Настей буквы. Доска, как я смотрю, двусторонняя. Да? На одной стороне можно рисовать, вот на этой, видимо, стороне можно рисовать маркерами для белой доски, маркеры для доски, а на другой просто мелом можно рисовать. Ну, попробуем? Да. Попробуем. А еще вот на этой стороне, Настя, можно буквы изучать и цифры, а даже английский алфавит есть. Но английские буквы мы еще не знаем, поэтому мы будем сегодня изучать русские буквы, вспоминать. Вот у нас эта доска. Настю мы закрыли. Открываем. Вот она. Доска ставим. Хорошая доска. Мы ею пользуемся, да, Настя? Есть у нас мешочки с буквами. Возьми. Пока все не открывай. Вот буквы и гласные, и согласные. Вот они согласные. Вот они гласные, красные. Да, сейчас посмотрим. Здесь есть маркер для доски, но только черный. А у нас есть еще маркеры Крайола, тоже для доски. Очень хорошие, очень яркие. Пишут красиво. Давай мы его тут поставим, чтобы было видно. Вот, давай. Ну что, начнем. Давай с буквы. Какую букву выберешь? Так, Настя, какая буква? Э. Э, правильно. Это? А. А. Молодец, знает. Так, это? Ю. Ю. Буква Ю. Это? У. У. Молодец. Так, а это? Мягкий знак. Молодец. Это буква? Я. Я. Молодец, умница. Так, а это буква какая? Е. Буква Е. Молодец. Хорошо знаешь буквы. А это какая буква? И. И, буква И. Правильно. Так, гласные, по-моему, мы все уже изучили. Здесь остались повторные гласные, то есть которые мы уже сейчас посмотрели. Давай посмотрим, какие. Вот эти? Или какие? Что мы посмотрим, скажи. Давай, это тоже, это цифры, да? Ты хочешь поизучать цифры? Да. Ну, давай вспомним цифры. Давай, доставай сама теперь. Доставай. Одну, по одной доставай, Настя. Да. И говори, что это за буквы, цифры, то есть. Цифры. На доску ставь. Какая цифра? 4. Нет, это цифра 2. Два. Следующую цифру. Ничего, я тебе помогать буду, не переживай. Это какая цифра? 5. 5, молодец, это ты знаешь. Хорошо. Дальше, следующая какая? 6, правильно. Какая? Какая? Назови. Цифра 0. Сложная цифра. Это цифра 0. Угу. Да, вот она, цифра 0. Это 3. 3. Покажи. Правильно. Цифра 3. Совершенно верно. Молодец. Следующая. Опять 6. 6. Да, уже была 6. Выбери другую цифру, которой еще не было. Там цифры повторяются. Да. Какой не было? Какая цифра? Забыла? Цифра? Г. 7. Похоже на букву Г, но это цифра 7. У нас же цифры сейчас. Следующий. Какой цифры не было? Покажи. Помочь? А, цифра 5. Цифра 5 уже у нас была, Настя. Ну хорошо, вот так мы под пятеркой поставим. Давай следующую цифру. Следующая цифра какая? Опять 0. Опять 0. Вот у нас здесь 0 уже есть. Вот под нулем поставим, да? Поправим давай. Опять 6. Опять 6. Повторяются все цифры. Угу. Все цифры повторяются у нас. Еще не было этой. Не было? Это какая цифра? 4. 4. Так, этот какая цифра? 4.
Цифра, покажи. Опять ты ее четверкой называешь. Настя в упор называет эту цифру 4, а это цифра 2 на самом деле. Забыла. Так, хорошо. Так, вот давай я теперь покажу тебе то, что чего не было. Вот это какая цифра? 8. 8, конечно, молодец. Еще не было цифры. Если перевернуть шестерку, 6, то получится какая цифра? 8. 9 получится, конечно. Вот она, 9. Цифра 9. Еще не было, я смотрю, вот такой цифры. Какая это цифра? 1. Конечно, еще не было цифры 1. Так, 7 у нас была. Цифры еще... А, 3 была. А так, по-моему, все были, да? Все уже, да. И цифры не было, знаешь, какой еще? Если к цифре 1 добавить 0, получится 10. 10. Так, давай теперь попробуем согласные. Мы уже знаем гласные, а не красные. И знаем цифры, да? Согласные. Давай мы уберем. Цифры уберем. Открывай пока согласные. И вот эти. Хорошо, желтые ты открываешь. Открывай. Я пока уберу цифры. Давай я тебе помогу. Ну, давай. Давай. Теперь согласные. Так, убрала. Положи сюда пока в кучу, потом соберем. Давай, открывай теперь желтые. Открыла? Угу. Получилось, нет? Да. Получилось. Давай, я буду доставать, а ты будешь называть. Какая буква? Д. Правильно, это буква Д. Моя. А это какая буква? Н. Н. Это Настя. Моя буква. А, твоя, Н. Настя, Настя, правильно. Это Ф, фотоаппарат. Ф, фотоаппарат, правильно, знаешь. Молодец. Это какая буква? К. К. К буковка. Это какая буква? Три. Ну, это цифра 3, но здесь это буква З. Она похожа на цифру 3. Z. Если вот перевернуть так, то это цифра 3. А если буквой З, то вот, вот так она выглядит. Так, К у нас была. К я не достаю. Достаю вот такую букву. Какая буква? Б. Б, правильно. Б буква. Дальше буква какая? На, сама показывай и называй. Показывай, какая это буква? Ш. Внимательно смотри. У Ш нет хвостика вот этого. Вот хвостик. А здесь хвостик есть. Значит, какая это буква? Ще. 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 Ты забыла? Да, это же буква Ще. Так, хорошо. Какая буква? Показывай и называй. Какая буква? Семёк. Она похожа на цифру 7, Настя, но это буква Г. Г. Когда мы смотрели буквы, ты назвала 7 буквой Г. А здесь наоборот, мы смотрим буквы, а ты назвала семеркой. Но они похожи, это буква Г. Запомни, Настя. Следующую букву называй. Х. Показывай. Х буква. Х. Показывай. Вот она, буква Х. Молодец. Так. Сюда поставь. Ага, ставь. А, эта буква была? Ну, еще. Правильно. Буква Н. Н. Давай сюда. Хорошо, под букву Н, да? Следующую букву возьми, посмотри на нее и покажи. И назови, что это за буква. В. Покажи. В. Правильно, это буква В, да? В. Правильно. Ее под семерку поставили. Под буквы Г. А это какая буква? Какая буква, Настя? Г. Г, правильно, ты не ошиблась в этот раз. Молодец, Настя, не ошиблась. В, Г. А это буква? Это без магнитика. А, без магнитика, она значит не прилипнет. Ну, мы тогда будем знать, это буква какая? М. Б, Настя, Б. Кстати, буквы М нету, наверное, в другом мешочке. Все, здесь остались буквы, которые мы уже с тобой перечислили. Вот эти буквы давай открывай. Я буду. Открывай, конечно. Открывай, сейчас посмотрим эти буквы. Давай, доставать вместе. Смотри, посмотри и назови, покажи. Ш. Это буква Ш. Правильно, вот она, синяя, красивая.
Хорошая буква. Давай я эти убью. Ну, они не мешают, потому что есть место. Ну, если хочешь убрать, убери. Как хочешь. Можно убрать. То была сильная чистая доска. Да, чистая доска. Все, мы убрали. Буква Ш, ты сказала. Так, хорошо. Следующую букву назови. Че. Какая? Че. Не Че, а какая? С. С. С, буковка. С. Забыла? Забыла. Не забывай. На доску давай вешай. На нашу. Возьми, посмотри, что за буковка. Мэ. Мэ. Это твоя буковка. Мамина буковка. Правильно. Хорошая буковка. Так, а это покажи всем. П. П. Папина буква. Да. Да, это папина буква, конечно. Возьми эту букву, посмотри внимательно. Ж. Правильно, Ж. Угу. Ж. Жук. Жук. Да. Жукина буква. Жучкина буква. На. Это какая? Т. Буква Т. Молодец. Тетина. Тетина. Тетя. Ой, ты молодец. Знаешь. Молодец. Так, это. Посмотри. Какая буква? Л. Лимон. Л. Лимон. Покажи. Лимон. Покажи букву Л. Вот она, Л. Лимон. Да, лимон. Правильно. Лимонина. Ставь на нашу доску. Да. Вот она. Это следующая буква, которую ты произнести не можешь. Р. Да, Р. Я за тебя произнесу. Так, а вот буква какая? Ну-ка. С. Какая? Ну, покажи. Вот букву С ты назвала Че. А Ч. Это буква Че. Настя забыла немножко. Ничего, вспомним. Так, а вот какая интересная буква. Что это за буква? Ну-ка, разгляди ее, посмотри. Это... твердый знак. Вот он. Знак. Да, вот с этой выемкой такой. Это твердый знак. А без нее, без выемки, это будет без хвостика, да, будет мягкий знак. Вот. Мягкий знак. Вот. Это твердый знак. Так, а так я гляжу, остальные... А если поменять, то получится Ре. Ре. Только у Ре нет этого хвостика. Ну, похоже на Ре. Если поменять, перевернуть, да? Угу. Вот. А теперь вот еще буква. С. С. Я сюда поставлю. Вот сюда поставим. Это Сонина буковка, да? Угу. Соня. А по-моему, все остальные буквы уже были. А, ну вот эту еще. Угу. Можно перевернуть, Настя. Это, если перевернуть, то буква Р, а если... Ой. А, нет, это... Какая буква, Настя? Ну-ка, давай внимательно посмотрим. Какая буква? Вот так. Мягкий вот. Знак. Р. Р. Мягкий знак, да. Мягкий знак был вот в желтеньких, вот тут, по-моему, он был. Или вот здесь, в красных. Вот мягкий знак. Вот он, да. Вот такой. А это Р все-таки. А это тоже Р. Да. Это смотри. Тоже Р. Ну, это мягкий знак Р, потому что, видишь, не перевернешь, вот так Р будет. А мягкий знак вот так, вот такой он. Да. Вот, а теперь можно, Настя, попробовать порисовать на этой доске. Да. Вот у нас есть вот такие маркеры. Маркеры для маркерной доски. Они смываемые, Крайола. Вот они, значит, набор смываемых фломастеров. Вот, маркировка Крайола. Попробуем, Настя, да. Что ты хочешь нарисовать? А я хочу человечка. А, ты справишься? Да. Ну, смотри, попробуй. Я тебе их сейчас достану. На тебе вот эти маркеры. Попробуй нарисовать, что получится. Настя рисует. Человечка? Да. Ух ты, голова это, да, Настя? Да. Это паутина. А, паутина, ничего себе. Интересно. Возьми правильно маркер. Смотри, надо тремя пальчиками брать, Настя. Угу. Да, ты внимательна. Но эта паутина больше похожа на солнышко. Ну хорошо, ты же хотела человечка нарисовать. Будешь рисовать человечка? Будешь? А, это ты раскрашиваешь, да? Раскрашиваешь? Да.
Молодец. А я напишу вот такие слова. Паутину. Я напишу. Настя. Вот, напишу сейчас и скажу тебе. Ставь лайк. И подписывайся на канал Научуська. Это написала ты? Это я написала. А это? А это я пишу. Подписывайся. Подписывайся. На наш канал напишу. На наш канал. Это ты просто говоришь? Вот, я написала. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Вот чтобы четче было видно, вот так покажу. Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Канал называется Научуська. А я... Я зуду. Ска, давай. Это какая-то... Солнышко. Вот наш канал. Вот. Вот здорово. Это написала я. А это написала ты. Молодец. Пока-пока. Пока-пока. Мы на канале Научуська. Всем пока.